Всем привет, мои дорогие подписчики! Извините меня, пожалуйста, что я долго не могла снять видео. Просто у меня не получалось. Я с родителями на каникулах то на море, то в лагере была. И наконец-то я нашла время, чтобы снять видео для вас. С моей Софией, которая сейчас спит в кроватке. Вот. И в этом видео я вам покажу, как я ее буду одевать, кормить, с ней играться, ну и собираться гулять. Сейчас я ее буду будить. София, просыпайся. Она уже проснулась, наконец-то дождалась времени, чтобы снять видео. Всем привет. У меня есть сосочка такая с мишкой, красивая. Вот. Сейчас я ее буду кормить. А пока я ей застелю кроватку, я ее посажу вот сюда. И она поиграется со своими игрушками. Так. И я уже застелила кроватку. Накрыла таким одеялом с такой вышивкой. Интересный. И, кстати, я вам хотела показать, что вот это вот очень не очень необычно. Мне оно так нравится. Тут есть большая головка овечки, сердечко большое и ножки. Очень интересное. Вот. Сейчас я буду готовить кушать для Софии. Я уже заранее приготовила. Ей слюнявчики. Я ей буду одевать розовый слюнявчик. И кушать. Она покушает вкусную пюрешку в баночке. И молоко с мишкой. Очень красивое. Сейчас я ее возьму. Положу и одену ей слюнявчик. Так. Вот, сейчас я ее покормлю. Так она быстро пьет молочко. Сейчас я вам хочу показать мою коляску для моей куклы Софии. В прошлых видео, конечно, ее не было. Наконец-то мне мама ее купила. Такая она вся розовая, красивая коляска. Очень хорошо качается. И внизу есть такая штучка розовая. Ручка мягенькая. У нее есть такой капюшон с логотипом Baby Born. И серебристые полоски. И я сюда решила прицепить такого мишку, который цепится на капюшон и очень выглядит красиво. А тут есть очень интересная корона, блестящая, с узорами, с мишками, цветочками. А внизу, так снимается, а внизу тоже можно то же самое найти. Тут тоже такие же узоры. И обычно внутри розовая. Коляска вся розовая, интересная. Сейчас я вам покажу, как София там лежит. В конверт. Так, ей сюда можно положить подушку. Так, капюшон можно получше отодвинуть, и так она не спит. И сегодня я вам покажу еще кое-что новое, что у меня привелось. Это такое, скоро будет зима холодная, и под эту зиму мне мама решила купить для моей Софии такой вот теплый, мягкий, фиолетовый комбинезон с Hello Kitty.
Тут есть капюшон, он очень мягкий и теплый. Но и Софии будет очень удобно в нем в коляске спать. Вот мой столик, мы его все не забыли. К этой коляске еще прилагалась сумочка, тоже от логотипом Baby Born. Она с такими же узорами, очень удобная. Сюда можно все, что захочешь, положить. Там у меня бутылочка. Но у меня вот лежит вот тут. Ну что ж, продолжим. Я ее бы хотела одеть, собрать ее на прогулку нашу утреннюю. Такой вот комбинезон, очень хорошенький. София очень любит гулять, так она выглядит голенькая. У нее есть памперс, такие ножки. Мне эта куколка очень нравится, она такая хорошенькая, выглядит как настоящая. Я ей сейчас буду одевать вот что. Мне очень нравится такая кофточка красненькая, я ее сверху одену. Тут есть такая мышка интересненькая с пуговичками, узорчики. Висит у меня на такой вешалке Baby Born розовой. Я решила вешалки приобрести, потому что мне одежду некуда вешать, и у меня тут много вешалок висит. Вот. Ой, упала. Такие. И Baby Annabelle. Ну и сейчас продолжим ее одевать. Я ей одену под низ вот такую кофточку. Розовую в полосочку тоже тут шушу. Мишка. Сверху одену такую тоже розовую в полоску кофточку. Мне очень нравится, что тут такие бонбончики беленькие. Тут тоже логотип Baby Annabelle. А на ножке я ей одену лосины розовые. Очень красивые. Что ж, давайте же ее оденем. Так, кофту я одела. Теперь мне нужно снять памперс и одеть новый. Я ей одену вот этот. С мишками. Шарик. У меня много памперсов. Памперс мы тоже одели, теперь пришло время одевать лосины. Такого ярко-яркого малинового цвета. Я люблю все яркое, когда оно смотрится на моей любимой Софии. Софиечка очень любит гулять, и она наконец-то дождалась того момента, когда мы снимем видео. Так... Еще чуть-чуть, и я уже одену в штанки. Все. Я заправлю кофточку в штанки, и будет чудесно. Все. Лосины я одела. Наконец-то. И теперь я ей одену носочки. Носочки будут такие синенькими, такими вот формочками. Такие маленькие носочки. Ее пальчики. Так. И вторую ножку. Сейчас я Софии еще одену шапочку. У меня вот три шапочки. Одна шапочка, вторая и третья. Я хочу, наверное, надеть ей вот такую вот шапочку. Я тебе отложу. Еще у меня есть шарфик. Зимой тоже буду его одевать с тем новым комбинезоном.
Во-первых, поскольку у нас на улице уже похолодало, осень начинается, я уже ей шапочку одеваю. Уже лето закончилось. Тут нужно завязать. Оп. Готово. Софиечка у нас готова. Осталось еще ей одеть вот эту кофту теплую сверху. И будем собирать коляску. Так. Так очень красиво. Хоп. Оп. И вот Софиечка одета. И теперь мы будем собирать нашу коляску новую. Я все равно возьму одеяло теплое, потому что, кто знает, может там будет похолоднее. Так. Накрою одеялком тепленьким. И положу туда Софию. Опля. Мне, наверное, чтобы ей головку было повыше немножко, возьму вот эту большую подушку. А то ей головка сильно низкая. Я вот так такое делаю. И я накрою вот этой вот штукой. Я покажу, где оно застегивается. Нужно липучку. Так. Так. И вот так. И с другой стороны. Так. Так. И вот так. Готово. Все. Нам осталось только собрать сумку. И мы уже будем готовы на прогулку. В сумочку я положу молоко обязательно, ее игрушки, потому что София не может без своих игрушек. Сначала молоко. Еще раз его покажу последок. Это уберу. Возьму буду. Вот. Игрушки. София вот тут мини лежат. Погремушка розовая. И, в общем, все, думаю, ей хватит. Еще овечку. Вот. И сейчас еще я ей сделаю соску. Забыли ребенку соску взять. Да что же это такое? Как же без соски? И соску. Все. Теперь уже точно все готово. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем до новых встреч!